Добрый вечер. Здравствуйте, мои дорогие гости, коллеги, партнеры. Так, секундочку. Проверяем звук. Итак, мы начинаем нашу заключительную часть по дубликации. Я недаром поставила этот ролик, потому что каждый раз, когда я его смотрю, каждый раз понимаю, какая меня все-таки, наверное, охватывает гордость, потому что всю эту красоту создавали с помощью каждого из нас. То есть каждый чувствует свою сопричастность ко всему тому, что сейчас было на экране. То есть это очень здорово, это такая гордость, и она дает нам такую... Может быть, дополнительную уверенность в проекте и уверенность в себе, когда мы об этом проекте рассказываем. Потому что именно сегодня об этом, об уверенности пойдет речь. Меня зовут Любовь Федорова. Это я говорю для тех, кто будет смотреть первый раз. Я региональный куратор Латвии и по дубликации веду вебинары. И делюсь опытом, как у меня получилось чего-то достичь, создать команду. Сначала делилась со всеми своими, можно сказать, приглашенными, да, но теперь вот рассказываю, если интересно, пожалуйста, слушайте, приходите на вебинары. Мы разбирали 7 задач основных, которыми должен обладать спонсор или пригласитель, мы можем, наставник, для того, чтобы получалось и самому создавать команду, структуру большую, и умел научить и передать какой-то опыт своим приглашенным и желающим, своим партнерам, которые хотят создавать тоже свои команды. И вот мы добрались уже сегодня до последней задачи, это задача номер 7. У нас получилось 8-е занятие, 8-я часть. Мы поговорим о возражениях, потому что мы очень часто с этим сталкиваемся, и такая достаточно нелегкая для многих эта работа. Да, кого-то возражения очень пугают и тормозят, и люди не могут довести до сделки только потому, что не умеют работать с возражениями, не умеют... понять, почему человек не принимает, что ему не хватило в том материале, который мы ему дали для того, чтобы принять решение. Мы как раз на прошлом занятии об этом говорили, когда у нас запущены дорожки успеха, и мы понимаем, что где-то на какой-то фазе у нас тормозятся люди, и мы не можем довести их до сделки. И вот как бы одна из причин – это та, что мы не можем найти нужную аргументацию для того, чтобы все-таки дать человеку стопроцентную исчерпывающую информацию, которая бы его устроила, успокоила, и он бы мог принять решение. Итак, вот что такое аргументация? Это вся та информация, которую, недостающая информация, которую мы даем человеку для принятия решения. Потому что, да, люди возражают, да, у нас есть определенная какая-то реакция на их возражение. И мы можем реагировать, штыки принимать, да, что-то пытаться доказывать, а можем принять эту ситуацию и очень, ну, как бы изучить состояние и изучить степень, наверное, знания и уверенности тех людей, с которыми мы разговариваем, да, наших оппонентов, и помочь им полностью до конца разобраться, ну, вот в этом всем, о чем у нас идет с ним речь. И у нас есть, мы говорили с вами о том, что когда мы делаем презентацию, о том, как мы ведем разговор, какие мы материалы предоставляем, от этого зависит дальше, как долго продлится наш разговор и какое решение будет принято. Так вот, можно сказать, что шаги профессиональной аргументации мы делаем в принципе с самого начала, потому что если мы умеем создать атмосферу взаимопонимания, мы говорили, что это очень важно сделать на первой встрече, да, для того, чтобы человек хотел с нами общаться, хотел нас слушать. То есть если мы умеем создать эту атмосферу,
то это уже первый профессиональный шаг, можно сказать. То есть мы, как правило, для того, чтобы человек понял, что мы точно такие же, как и он, что мы не какой-то суперспециалист делать огромный бизнес, а он вот не умеет, не знает как, и поэтому не хочет за это браться. Да? Мы ему показываем, что мы точно такие же люди, что мы точно так же когда-то узнали об этом проекте. Мы можем рассказать, как мы заходили в проект, то есть нашу историю. Может быть, мы можем рассказать наши какие-то невероятные, как сказать, не преобразования, какие-то изменения мышления какие-то произошли, потому что что-то произошло, мы получили какой-то материал, может быть, потому что мы в экотехнопарк съездили, что-то увидели своими глазами, встретились с Юницким. То есть мы рассказываем абсолютно естественную свою историю. Может быть, действительно есть какие-то супер невероятные истории, которые произошли с вашими партнерами, с вашими друзьями, как они интересно входили в проект. Расскажите эти живые истории. Тогда человек поймет, с которым вы разговариваете, что да, он точно такой же, и абсолютно нормально, что у него сначала какой-то протест произошел, что он не принял сразу все с первого раза, да, что ему хочется подумать. То есть он будет, не будет считать себя не таким, как вы. Он будет считать себя совершенно обыкновенным. Да, у всех такое бывает. Очень хорошо, когда мы в беседе, рассказывая, все-таки анализируем все, что мы сказали, все, что мы рассказали, все, как и что понял наш оппонент. Да? То есть мы задаем какие-то вопросы, что-то как-то конкретизируем. То есть мы для себя выясняем, все ли ему понятно, прежде чем сделать ему предложение, прежде чем он скажет «нет, мне это не надо». Да? У нас есть запас времени, чтобы предотвратить или минимизировать возражения и эти слова «нет», которые нам скажут. Хотя, в принципе, мы тоже знаем, что даже до 30% «нет» – это тоже абсолютно нормальная статистика. Мы тоже об этом уже говорили. Вот. Можно использовать закрытые вопросы, можно использовать открытые вопросы. Но главное, чтобы вы поняли, что нас поняли. Мы можем делать предложение, человек получил всю нужную информацию. То есть и мы можем разъяснять и уточнять очень долго, до тех пор, пока не будет полностью как бы исключены все пробелы. Да? Но тем не менее, какая бы у нас ни была предварительная беседа, как бы мы не рассказали, не показали со всех самых лучших сторон наш проект, все равно на наше предложение присоединиться к нашей команде мы можем услышать какое-то возражение. Самое стандартное – это такие: у меня нет денег, у меня нет времени, да с меня будут смеяться, да эти проекты все на одно лицо, да они все рушатся через какое-то время. Да. То есть иногда бывает, что вот эти первые фразы – это просто защитная реакция. Человек абсолютно… нормально, когда он сначала себя защищает, а потом, то есть ставит забор, если вдруг какая-то опасность, да, он ставит забор, но не убегает, а потом смотрит, у него есть тут небольшая защита, а потом все-таки ему уже интересно, что там было. Да? Поэтому иногда, когда просто в обыкновенном разговоре человек говорит: ай, да это такая ерунда, да у меня нет времени, но он продолжает вас слушать, вообще не обращайте внимания на это возражение. Продолжайте рассказывать, человек продолжает вас слушать, продолжайте рассказывать. Если он начинает настаивать, тогда да, тогда мы уже начнем с этим возражением работать. А пока он нас слушает, мы ему продолжаем рассказывать о том, с чем мы к нему пришли. Есть три причины возражений. То есть первое – это когда человек еще сомневается в целесообразности вообще покупки. Надо ему это или не надо. То есть ему нужны дополнительные аргументы. То есть мы должны дать ему какие-то дополнительные выгоды, рассказать, какие он может получить. Опять-таки, вспоминаем типы людей, психотипы, о которых мы говорили: командир, дипломат, гуманист и звезда. Да? Как только мы понимаем, кто перед нами, мы тут же понимаем, на какие выгоды нужно сделать акценты. То есть ему нужны дополнительные аргументы.
Бывает так, что вторая причина – это когда просто не хватает информации. Человек не готов принять, потому что он, ну, решение принять, потому что он очень мало знает о проекте, ему не хватает информации. И тогда мы, естественно, задаем вопросы и выясняем, чего не хватило, что бы еще он хотел узнать, что ему мешает принять решение. Да? То есть мы даем просто даем дополнительную информацию. Это ролики, ссылки, не знаю, какие-то материалы, то есть на сайте статьи какие-то, да, юницком рассказываем. То есть даем информацию. Мы это в разговоре понимаем. Мы, когда мы разговариваем, мы поймем. И бывает такой вежливый отказ. Да? И, кстати, он бывает с двух сторон. Бывает такое, что человек просто закрывается и говорит, нет, спасибо, не надо. Он может говорить, у меня нет времени сейчас вас слушать, у меня нет времени потом этим заниматься. Но вы четко видите, что барьер настолько выстроен перед вами, что ну, нет смысла биться в эту стену, потому что ситуация бывает разная. Может быть, он почувствовал какое-то давление, подумал, о, боже, из меня хотят выкачать деньги, все, то есть ему нужно успокоиться, к нему, может быть, нужно подойти по-другому или в другой раз. А бывает такое, что он просто не готов. Он не готов вас слушать, потому что сегодня и сейчас у него плохое настроение, у него что-то произошло, и он действительно вас не слышит, и он это понимает, и он не хочет вообще, не хочет терять ни свое время, ни ваше время. Да? То есть вы понимаете, что человек настаивает человек на том, что нет. Конечно, мы его оставляем в покое и просто договариваемся. Если мы это выясняем, мы договариваемся. Либо мы обращаемся к нему в другой раз, когда у него будет время или когда будет другое настроение. То есть здесь нужно тоже понимать, как повести дальше разговор и нужна ли нам вообще с ним встреча. Потому что бывает так, что этот отказ инициируем мы сами, то есть мы начинаем говорить с человеком, и вдруг начинаются вопросики, подколочки, а если так, а если так, то есть мы видим, все, человек нас, ну, троллит, да, как сейчас модное слово, и оно достаточно понятное, он начинает нас троллить. Зачем нам это надо? Зачем нужно, чтобы из нас выкачивали энергию? Зачем нужно, чтобы из нас забирали, время у нас забирали? Мы сами говорим, так, ладно, все. Давай так, закрыли тему, перешли на другую тему, там, да, все, давай тогда, я понял, тебе это неинтересно, я не буду. Это вообще, я понял, что этот проект не для тебя, и ты здесь не сможешь заработать деньги. Поверьте, очень часто бывает, что когда говорите вы, нет, все, до свидос, извиняюсь за такое слово, он начинает, ну нет, ну подожди, но я хотел проверить, насколько ты сильный, насколько ты веришь в свой проект, насколько ты можешь его защищать. И очень часто бывает, что именно эти люди, они гораздо быстрее принимают решения и становятся хорошими партнерами. Но умейте сами вовремя сказать «нет», чтобы они поняли, что у вас тоже есть своя цена. Есть своя цена у вашей энергии, у вашего времени, у ваших знаний. Вот, поэтому здесь тоже важно эту причину прощупать, обнаружить и ликвидировать. Знаете, к отношению к жизни, к отношению к идее, к отношению к своему занятию, к целям. Есть три типа людей, которые по-разному относятся вот к своим целям, к занятиям, к жизни, не знаю, к увлечениям. То есть это игрок, аутсайдер и зритель. Очень хорошо их можно ассоциировать с хоккеем. Да? Допустим, игрок – это тот человек, который играет. Он играет в команде, он знает, чего он хочет. Если у него не получилось первый раз, он идет и второй раз он играет, понимаете, как спортсмен. Упал, встал, побежал дальше. И с игроками очень, их, во-первых, очень хорошо мы чувствуем, и с ними действительно очень легко их приглашать и очень легко с ними работать. Если вспомните, когда мы говорили о психотипах, то командиры, они, в принципе, игроки. Я не могу сказать, что это командир – это стопроцентный игрок, да, но они игроки. Они знают свою цель, они знают, как к ней идти, и они будут к ней идти целенаправленно. Аутсайдеры – это те, которые когда-то играли, потерпели какую-то неудачу. Об этом, кстати, мы будем дальше говорить в возражениях, когда вот будем говорить конкретно о возражениях, о текстах, о фразах, какие мы им говорим. То есть аутсайдер – это бывший игрок. Он знает, что такое играть, он знает, что такое действовать, он знает вкус победы, но он также знает, что такое риск и что такое вкус разочарования и вкус проигрыша. Иногда
проигрыши их ломают, ломают игроков, и они становятся аутсайдерами. Они могут наблюдать, они могут переживать, но они будут бояться еще раз выйти на лед, еще раз рискнуть, еще раз начать. С такими тоже здорово работать, потому что мы их чувствуем, и мы знаем, что мы их можем зажечь, мы их можем опять из аутсайдера, из группы аутсайдеров перевести в группу игроков. Потому что они играли, они знают, что это такое, их можно подстегнуть. Вот. Поэтому, когда они начинают возражать, мы тоже чувствуем, это аутсайдер или это совсем-совсем-совсем наблюдатель, да? Или это все-таки бывший игрок. Вот. По его аргументам, по его отказам, по тому, как он будет объяснять, почему он не хочет, мы сразу поймем. И мы понимаем, что с ним мы можем поработать. Ну и зрители – это те, которые сидят на трибунах, либо вообще дома лежат на диване. И если брать их, спроецировать на наш проект, то это мы их называем диванные эксперты, диванные знатоки, которые абсолютно все знают. Они знают, как играть, они знают, что делать, они знают, куда вкладывать деньги. Они знают абсолютно все. И считают, что они молодцы, мы должны их хвалить и восхищаться ими, но они ничего не делают. Из-за страха, из-за лени, из-за неумения, из-за нежелания уметь и учиться. То есть причины могут быть разные, но это зритель. Это как раз та третья категория, когда идет вежливый отказ. Мы здесь как раз прочувствуем, что вот этот человек, он реальный зритель, и мы не будем его сейчас пытаться тратить время, перетаскивать в категорию аутсайдера, а потом в категорию игрока. Зритель игроком становится крайне редко. Да, разочарованный там аутсайдер скорее зрителем станет, но вот чтобы зрителя прям в игрока нет. А нам нужны игроки. Нам в командах реально, когда мы говорим о построении структур, то нам, конечно, нужны игроки. Да, мы обучаем просто своих приглашенных людей зарабатывать. Они могут спокойненько, допустим, заработать только на свои инвестиции. Вот они взяли какой-то пакет, да, и они говорят, ну, я вот возьму сейчас пару человек, они тоже будут выплачивать, чтобы я не платил за свой пакет из каких-то других денег, да, не вытаскивал семейного бюджета. Это тоже хорошо, это тоже нормально, и мы с этим человеком работаем, учим его, помогаем ему. Но когда мы говорим о команде, мы реально прям вот отбор делаем и выбираем самых сильных, обучаем и толкаем их, и учим тоже создавать команду. И вот для этого нам как раз-таки нужны игроки, и подходят аутсайдеры, которые были хорошими игроками. И еще раз, значит, мы встречаемся с возражением. Что мы делаем? Естественно, мы осознаем, что да, люди имеют право возражать, люди имеют право нам не доверять с первого раза, люди имеют право сомневаться. Мы осознаем, возражение существует. Мы его принимаем. Да, хорошо, я понимаю. Мы его какими словами мы принимаем? Я вас понимаю. Я тоже был в такой ситуации. То есть мы принимаем, мы соглашаемся с человеком. То есть мы не говорим сразу, ой, нет, я сейчас вам расскажу, да что вы. Нет. Я понимаю, такое может быть. И дальше уже нам нужно его нейтрализовать для того, чтобы переубедить, может быть, не очень. Это, как, мне кажется, слово «переубедить», оно звучит с каким-то давлением, да, как будто бы мы какое-то давление оказываем. А вот нейтрализовать достаточно хорошее. То есть человек должен убедиться в том, что, ну да, бывает и по-другому, не только так, как он думает. И вполне возможно, что его мнение было ошибочно, потому что ему не хватало аргументов, ему не хватало информации или еще что-то в этом роде. Это, знаете, как банка с водой. У нас есть просто банка, доверху наполненная водой. И она абсолютно пресная. А нам надо сделать, чтобы эта вода была вкусная. То есть нам нужно в банку добавить сироп. Но банка доверху наполнена водой. Что у нас произойдет, если мы начнем вливать сироп? У нас будет вытекать жидкость, вкусная жидкость, так скажем. Поэтому мы должны из банки отлить немножко воды для того, чтобы залить туда сироп. Правильно? Поэтому если человек наполненный вот так каким-то негативом, у него есть масса возражений, мы должны ему дать возможность высказаться, выплеснуть,
И потом туда, на пустое место, мы уже даем свои аргументы, даем ему ту информацию, которую ему не доставало. Какие существуют базовые группы аргументации касаемо нашего проекта? О чем мы говорим? Мы говорим о характеристиках нашего транспорта, то есть о его качествах, безопасность, экологичность. То есть самое главное, что нового вообще мы предлагаем миру, почему наш транспорт и наш проект лучше других, почему мы должны существовать, почему нас должны выбрать. Вот, то есть мы даем сравнительные характеристики с другими видами транспорта. Мы в обязательном порядке говорим человеку о выгодах. Почему именно вот этот человек, вот почему вот с которым мы разговариваем, он нас спросит, ну почему я должен принять твое предложение? А мы ему говорим, потому что здесь есть выгоды для тебя. Как по здоровью, потому что это экологично, как по скорости передвижения ты сможешь передвигаться, и люди смогут передвигаться, как по экономичности, что сам транспорт экономичный, мы это знаем, что и строительство у нас гораздо ниже себестоимость строительства и эксплуатация, да, но плюс выгоды сегодня и сейчас, когда мы объясняем человеку еще и о заработках в в долгосрочном периоде и в краткосрочном периоде. Мы можем зарабатывать сегодня, мы можем зарабатывать потом, пассивный доход, ничего не делать. Да? То есть вот эти все выгоды мы тоже открываем, опять-таки учитывая, кто сидит перед нами и на что мы больше делаем акцент. Вот. Ну и доказательства. Это самая на сегодняшний день, можно сказать, классная группа, потому что когда мы начинали, у нас была идея Юницкого, у нас были чертежи и у нас были макетики в виде игрушки, какой-то маленькой электронной игрушки. И тем не менее нам этого хватило, чтобы стартануть, чтобы загореться, для того, чтобы вообще принять решение и участие в этом проекте. Да? А сегодня какие огромные доказательства есть у всех нас и у новичков, которые вот сейчас приходят и начинают строить команду. Это экотехнопарк Минск, Марина Горка. Пожалуйста, приехали. Показали ролики, фотографии, свои фотографии, кто туда ездил. То есть тот же ролик, который я поставила в начале, перед началом вебинара, он показывает, какой огромный модельный ряд, чего вообще мы достигли за это время, какие еще нужны доказательства. То есть доказательств много. Пожалуйста, второй инновационный центр в Шарджи, то есть Эмираты, договор с Эмиратами. Но, понимаете, мне кажется, что сейчас в этом плане настолько легко работать, настолько легко человеку показать, сколько у нас всего классного, что тут еще думать, что тут еще возражать. Как можно сказать, это не построят? Раньше, 5 лет назад, они говорили, ой, ну и пластмассовые какие-то по рельсам бегают вагончики, но это же не построят, а сегодня такого возражения уже не существует. Его уже построили, его уже сертифицировали, и люди уже ездили. То есть на сегодняшний день возражений стало гораздо меньше, так сказать, направлений для возражений, групп возражений стало гораздо меньше, чем было раньше, поэтому сейчас работать легче, и доказательства стало гораздо больше. Вот. То есть, что мы делаем? Еще раз, как бы резюмирую. Мы соглашаемся с тем, что возражения, как бы мы красиво ни рассказали, сколько бы мы чего ни предоставили, они имеют право быть, сомнения имеют право быть. Мы это осознаем, принимаем и учимся нейтрализовать. Дальше будут слайды, на которых приведены примерные тексты, которые можно проговаривать, получая то или иное возражение. Тексты большие, поэтому я буду их немножечко зачитывать с комментариями, а вы можете их, ну не знаю, скриншоты себе делать. Это не является дословным таким, можно сказать, как руководством к действию и прям, что нужно говорить каждую фразу дословно, но здесь могут быть фразы, которые помогут вам, может быть, даже пол предложения поможет вам правильно начать, правильно аргументировать, выбрать правильное направление, то есть маленькая подсказка, потому что
Конечно, когда идет человек негативит, и когда он начинает возражать, мы иногда теряемся. И мы иногда думаем, ну почему же я ему вот это не сказал, вот то не сказал, вот что там у меня там вот как-то язык не повернулся, да? Поэтому мы решили, что нужно разработать какие-то такие небольшие скрипты, которые просто будут вам помогать. Вот. Поэтому можете делать себе скриншоты, и потом в дальнейшем, очень надеюсь, я буду рада, если кому-то это пригодится. Например, когда нам говорят, у меня нет денег, это очень часто говорят, то есть как бы одно из первых таких возражений, у меня нет денег. И люди не стесняются нам об этом сказать, что у него нет денег, потому что они думают, что ну вот так, пусть от меня отцепится, у меня нет денег, ничего я ему не дам, потому что, как всегда, думают, мы хотим от них что-то получить, мы хотим у них что-то взять. Извиняюсь я. Вот, поэтому... Что мы можем сказать? На что мы делаем акцент? Что я с вами сейчас встречаюсь не потому, что у вас есть деньги, а именно потому, что у вас их нет. Я предлагаю вам возможность их заработать. Конечно, вы их сразу не получите, они не появятся у вас сами собой. Это определенного рода работа, как и любая другая. Но вас будут вознаграждать за то, что вы несете информацию о проекте, приглашаете людей в проект, расширяете свою структуру. То есть, да, мы принимаем, у него нет денег, мы согласны, что у тебя нет денег, именно поэтому я тебя пригласил на разговор. Также можно в другую сторону повести, допустим, сколько времени у вас занимает ваша работа? То есть сколько часов вы находитесь на работе? 8 часов, кто-то по 6, кто-то по 8, по 7 работает, да? Сколько бы вы заработали, допустим, на вашей работе с вашей почасовой оплатой, если бы вы работали в последние 2 года только по 2 часа в день? Пусть он посчитает, у него он знает свою почасовую оплату, пусть он посчитает, сколько бы он заработал. И потом мы показываем, что здесь можно действительно работать всего 2 часа в день. А заработать можно гораздо больше, потому что если мы встречаем хорошего инвестора, и мы ему даем правильно даем информацию, которую мы сами изучим, то, извините, там может быть такая инвестиция, как вот у нас недавно в Испании была 2 месяца назад, один человек 150 тысяч инвестировал, один. Естественно, тот, кто его пригласил, тот получил очень хорошее вознаграждение. Вот. То есть можно, если вы не постесняетесь спросить. Я не думаю, что это будет некорректный вопрос, потому что речь идет о бизнесе. Что спросить, сколько вы сейчас зарабатываете? Да, какая у вас ставка почасовая? То есть какие покупки вы сейчас можете себе позволить, какие не можете? Вы можете показать свой кабинет, показать схему заработка, да, то есть показать, как он может заработать, допустим, ту сумму, которую он вам назовет, я зарабатываю вот столько-то, столько-то в месяц, да, там, не знаю, 800, там, евро, там, 1000 евро, не знаю, свыше, уже после уплаты налогов, да, вы можете показать, как это можно, допустим, заработать за неделю. То есть, если у вас у самих уже хороший кабинет, хорошие инвестиции, какая-то большая структура, не стесняйтесь открывать и показывать свой кабинет. Это нужно. Когда-то мы думали, говорили, решали, что вроде бы не нужно показывать, сколько у меня долей, сколько инвестировал. А сейчас мы пришли к тому, что нужно показывать, потому что каждый человек, если он считает, что он ничуть не хуже, чем вы, и он подумает, ну я же тоже так могу. То есть это может быть, это может его завести, быть таким ключиком, таким заводным механизмом. Я тоже так хочу, я тоже так сделаю, я тоже так могу. Вот. То есть мы даем понять человеку, что мы с ним встречаемся не для того, чтобы выудить у него деньги, а для того, чтобы помочь ему заработать эти деньги. Вот это самый главный акцент. Ну, естественно, мы тут в обязательном порядке делаем акцент на партнерскую нашу программу. Вот. Можно по-другому сказать, да, что на что у вас нет денег. Вы же знаете, что любая встреча не случайна. Я прекрасно понимаю вашу ситуацию. Давайте попробуем вместе решить ваши проблемы. То есть вы мне расскажете, какие у вас есть проблемы, а я вам расскажу, каким образом можно их решить. Вот.
Также мы расскажем, что инвестиции в наш проект начинаются с небольших сумм. Это тоже большой плюс вообще нашего проекта, что мы не так, как в других каких-то сетевых компаниях, мы не требуем какой-то ежемесячной активности. То есть человек может зарегистрироваться, верифицироваться, не знаю, взять какой-то минимальный пакет, может вообще не брать пакет, подпишет партнерскую программу и может уже начинать зарабатывать деньги, не вкладывая ничего для того, и может заработать себе, допустим, на свою же первую инвестицию или сделать совсем маленькую первую инвестицию, чтобы уже показать, что он тоже участник проекта, да, когда он будет других людей приглашать. Вот. Но, кстати, есть еще одно такое мнение, и оно достаточно правдивое, что если вы сами начинаете с очень маленькой инвестиции, то все ваши партнеры тоже будут делать маленькую, они будут опасаться, они увидят ваш кабинет и подумают, так, он осторожничает, и я поосторожничаю. Да? То есть чем больше вы покажете, чем больше ваше вложение, чем больше вы покажете своих долей, тем больше это будет у партнера вашего вызывать доверие к вам, к проекту, что вы не боитесь рисковать, и проект хороший, и он тогда не будет бояться рисковать. Но в любом случае здесь мы в обязательном порядке показываем, у нас нет ежемесячной активности, когда нужно ежемесячно в обязательном порядке что-то инвестировать для того, чтобы получать деньги. То есть это большой плюс. У нас нет, как сказать, минимально большого пакета, как, допустим, если вы хотите стать акционером какой-то серьезной компании, которая не венчурная, да, мы не забываем, что мы все-таки венчурная, то есть когда мы заходим в невенчурную компанию, там, допустим, могут быть ограничения, минимальный пакет 5 тысяч, минимальный взнос 10 тысяч, да, то есть у нас такого нет, поэтому когда нас грамотные люди об этом спрашивают, а почему у вас такая маленькая инвестиция может быть, мы объясняем, первое, это венчурный проект, мы находимся в стадии развития, второе, мы народный проект, мы не ищем там маленькое количество крупных инвесторов, а мы ищем большое количество простых инвесторов, простого народа, чтобы они могли поправить свое финансовое положение. То есть, как Юницкий сказал в самых-самых первых своих роликах, если вы помните, этот проект может сделать, то есть цель, миссия нашего проекта вот именно вот этого народного финансирования, сделать 10% населения земного шара финансово независимыми. Вы понимаете, как это много, наш народный проект, наше народное финансирование, как много людей может сделать финансово независимыми? То есть и это цель, это миссия была Анатолия Эдуардовича, это миссия была этого проекта. И мы об этом тоже говорим, об этом не забываем, потому что все, кто сегодня становятся инвесторами, все, кто сегодня поддерживают финансово этот проект, в дальнейшем будут полноправными акционерами, которые смогут зарабатывать, то есть получать пассивный доход и передавать по наследству наши ценные бумаги. То есть мы объясняем человеку, что мы можем, если он нам расскажет о своих проблемах, мы покажем ему, как их можно решить, и начнем сотрудничать. То есть мы ему как бы предлагаем помощь. Да? Вот. Когда человек говорит, нет времени, первое, вы сейчас спешите. Да? Вот. То есть как понимать, что у вас нет времени? Над чем вы сейчас работаете? А найдется ли у вас 2 часа в день, чтобы просто повысить свой доход? Да, вот то, о чем мы говорили про деньги, когда мы говорим, что если вы 2 часа в день будете уделять проекту, вы заработаете гораздо больше, чем если вы будете получать почасовую оплату, допустим, ну, на сегодняшней своей работе, потому что здесь абсолютно непредсказуемы могут быть результаты. Вот. Мы можем сказать, так, хорошо, у вас нет времени, но, может быть, вы знаете кого-то, кто хочет зарабатывать, может быть, у вас есть такие перспективные друзья, какие-то знакомые, дайте, пожалуйста, я помогу, я сделаю, мне нужны в команде такие люди, мы там создаем большую команду, мы хотим дружно. Поверьте, когда вы говорите, хорошо, у вас нет времени, дайте мне другого человека, который хочет заработать большие деньги,
Ваш оппонент скажет так: стоп, а что, я не хочу заработать большие деньги, я тоже хочу заработать большие деньги. Да, здесь тоже происходит такое что-то психологическое. Да, я возьму к себе в команду, и потом, почему я должен, если у меня есть перспективный какой-то мой коллега, и я понимаю, что да, его может заинтересовать этот проект, почему я сейчас как свое звено отсюда выкину и отдам его кому-то в структуру, если, подождите, стоп, я могу его взять к себе в команду, и тогда этот перспективный будет помогать мне создавать команду, понимаете? Этот вопрос, он тоже психологически срабатывает, чтобы человек просто включил, включил бы мозг, но чтобы он подумал, посчитал, да, действительно, вот моя выгода, почему я не подумал об этом, да? А мы же знаем, что мы как спонсоры, мы же говорим, что мы вам всегда поможем создать вашу первую линию, мы проведем презентации, то есть это наша, в принципе, можно сказать, прямая обязанность спонсора. Если к нам приходит человек в команду, он готов привести еще кого-то, а он новичок, то, естественно, мы ему помогаем. Поэтому мы всегда говорим, что мы в обязательном порядке найдем время вам помочь, найдем время создать вам вашу первую линию. То есть мы все ему показываем для того, чтобы он принял это решение. Есть еще один такой момент, когда человек говорит: у меня нет времени. Я говорю: ладно, все, стоп. Вот сейчас говорю абсолютно свой случай, который у меня произошел. Я говорю: все, ладно, стоп, тогда давай не будем тратить время, я не буду тебя никуда, не буду тебе ничего рассказывать, я не буду тебе ничего слать, все равно ролики не смотришь. Давай так, у нас вот будет выставка, вот у нас в Латвии была выставка. Она, в принципе, выглядела очень похоже на картинку, которая сейчас на слайде. Да, у нас был стенд, у нас стоял этот огромный макет, по которому ездили два вида транспорта, и у нас была стойка с литературой, где мы рассказывали на экране ролики, значит, шли, мы тут рассказывали, раздавали литературу, в общем, рассказывали о проекте. И я говорю: давай я буду там 4 дня на выставке работать, приходи на выставку, посмотришь, классно, там встретишься с нашим руководством местным, ну, с куратором Латвии, и вот посмотришь, как это все происходит. И вот она у меня, красавица, пришла, глаза загорелись, и говорит: а что, это прям вот так? В смысле, ну так серьезно, если вы на этой выставке, у нас на Кипселе была выставка, вот, там у нас была выставка по экологии, были разные-разные экологичные такие, ну, то есть как бы там были и порошки экологические, там, ну, в общем, все, машины там тоже были, электромобили выставлены, вот, и мы как мы экологический электротранспорт был. Вот. То есть человек, когда увидел, что мы на выставке, то есть это не говоря о том, что после этого была уже и на транс-выставка, да, и вообще сколько у нас там уже 19 выставок было, где мы принимали участие, да, то есть она увидела просто стенд, она нашла время туда приехать, и она нашла время зарегистрироваться, и она нашла время делать команду, потому что она увидела, что это так серьезно, что сейчас происходит хороший старт, что сейчас можно еще заработать. То есть и человек включился моментально, хотя говорил, что у нее нет времени. Поэтому точно так же мы рассказываем, как у нас происходит, приглашаем на какое-то мероприятие, найдет время на вебинар, еще на что-то, если человек вот реально просто, ну, не хочет слушать вас, вот не знаю, что-то ему не то, и он говорит: у меня нет времени, только потому что, ну, не хочет он вас слушать, что-то не состыковалось. Вот. Ну, что мы можем еще сказать? Я прекрасно понимаю, что у вас нет времени, так как я сам очень занятый человек, но согласитесь, все зависит от планирования и ваших предпочтений. И тут мы немножечко говорим о планировании, мы тоже уже умные, мы знаем, как планировать, мы умеем научить людей планировать, мы умеем людям посоветовать планировать. Да? Вот. Мы говорим, что это очень благоприятная инвестиционная возможность, она очень легкая, и у нас есть свой стиль в бизнесе, который экономит время, наше время, время наших клиентов. Мы рассказываем о том, что есть вебинары, о том, что не обязательно нам конкретно тратить свое время, мы можем дать информацию, мы можем приглашать куда-то. Да? Вот. Дальше, когда говорят нам, что рынок уже заполнен, что вы имеете в виду, когда утверждаете, что рынок уже заполнен? Чем заполнен? То есть вы знаете кого-то, кто работает в этой компании? Да, им говорят: ой, нет, я никого не знаю. Ну так вот, давайте я вам расскажу, как мы работаем. И какое огромное место, огромная ниша вообще на рынке есть у нас.
У нас огромная ниша, потому что в транспорте 100 лет ничего не происходило, 100 лет ничего не обновлялось. Просто насколько мы нужны. То есть мы рассказываем, какая реально ниша есть у нас на рынке. Ну и плюс, естественно, мы говорим, сколько стран уже включились в этот проект. Вот. Ну и, естественно, успех не только проекта, но и наш собственный успех, наших шагов в этом бизнесе, наш успех зависит, в принципе, от себя самого, как ты будешь работать. Либо ты просто инвестор, и ты просто ждешь потом пассивный доход. Ну, пассивный в смысле имеется в виду, когда уже пойдут дивиденды, да? Либо мы объясняем преимущества вообще сетевого маркетинга, а мы понимаем, что у нас оплата идет, система вознаграждений у нас идет все равно по сетевому, у нас элементы, можно так сказать, элементы сетевого маркетинга у нас присутствуют, да? Поэтому мы об этом говорим, мы об этом не молчим, а все знают, что сетевой маркетинг на самом деле самый вообще выгодный и перспективный. Вот, потому что меньше затрат и больше денег можно выплатить тем людям, которые вообще работают и приглашают. Дальше я вас понимаю, когда мне нам говорят, ой, я не знаю, у меня очень мало знакомых, я не знаю так много людей, с которыми вот можно было бы, да, с ними там, пригласить их. Мы говорим, я вас понимаю. Но я лично начал понимать, как много у меня знакомых только тогда, когда начал составлять список. И вспоминаем, как мы учились создавать список контактов, как мы, по каким подсказкам мы его создавали, в какой игровой форме мы вспоминали огромное количество уже забытых нами людей, знакомых, с которыми нам пришлось столкнуться в жизни. Да? То есть мы можем сказать, что если сегодня я начну писать список, то вот прям сразу, без остановки, я напишу всего 50 человек, а когда я начну пользоваться какими-то подсказочками, начну вспоминать какие-то места, где я бывал, с кем я учился, еще что-то, то я еще 50 напишу. А если вот вы пересмотрите вебинар о списке контактов, а если вот прям по всем-всем-всем подсказкам пройти, что мы там даже смешно было, какие были смешные подсказки, но тем не менее, как только ты какую-то подсказку произносишь, ты тут же хоть одного человека, но вспоминаешь еще дополнительно, да? И мы точно так же, шутя в игровой форме, можем рассказать, как создать этот список, и вы сами увидите, как у вас много знакомых, да? То есть мы начнем со своей телефонной книжки, а дальше пойдем по соцсетям, еще что-то у нас, и просто по своей памяти вспомним людей, где у нас, которых мы знаем только имена, но у нас нет еще никаких контактов. Но мы говорили о том, что мы все равно, когда составляем список, мы пишем. По закону Вселенной мы обязательно встретим тех людей, о ком мы хорошо вспомним, запишем их, и даже у нас нет ни телефона, ни имейла, ни мы даже не помним, в каком городе этот человек живет, живет ли он еще в этом, уехал ли он, да? По закону Вселенной этот человек даст о себе знать. Вот. Также мы говорим, что выписывая контактов, мы не можем принимать решения за тех людей. То есть мы не можем посмотреть на имя и сказать, ой, нет, этот не захочет, этому я не буду, я других я не знаю, все. У меня есть причина не принимать ваши предложения, я не знаю людей, вообще они, скорее всего, не захотят. Да? То есть мы говорим, что никогда не угадаешь, для кого этот бизнес окажется подходящим. Нужно людей выписать, и нужно с ними пообщаться. То есть нельзя сразу это все закрывать. Любимое возражение — пирамида. Это мы тоже слышим на каждом шагу. Здесь тоже есть два варианта. Первое, мы показываем, что вы имеете в виду под словами пирамида. То есть первое, что мы соглашаемся, что система, где не существует продукта, где не существует оказания услуг, да, это пирамида. И если вас вознаграждают за то, что вы просто приводите нового человека, который просто вложил деньги, неизвестно за что, без продукта, без услуги, то это мошенничество. Да, я согласна. Но у нас, как в многоуровневом маркетинге, всегда есть продукт, и у нас он тоже есть, который мы предлагаем людям. И поэтому, если вас вознаграждают за то, что вы распространяете какой-то продукт,
оказываете какую-то услугу, то это абсолютно законно. Вы же согласны с этим? Да, человек согласен? Да, я согласен. То есть мы не отрицаем ничего. Мы просто говорим, что где нет продукта, это мошенничество, это реально пирамида финансовая, ее смело можно назвать финансовой пирамидой. Но если есть продукт, все, это абсолютно законно, когда таким образом вознаграждаются люди. Потому что это действительно и динамичный, и достаточно выгодный вид продаж. И второе направление, говоря о пирамиде, что сама по себе система пирамиды, она вполне нормальная. Когда продается достойный продукт или оказывается какая-то нужная услуга. И посмотрите на любые организации, в основе которых пирамида. Как правительство управляет людьми? То есть наше государство – это тоже пирамида. Как управляют большие компании? Это тоже пирамида, потому что сверху всегда людей, управляющий персонал, их всегда меньше, чем внизу. Это тоже своего рода пирамида. Только там каждый выполняет свои какие-то определенные функции. А в нашем случае, то есть каждый, даже самый простой человек, который пришел, он может стать вершиной вот этого предприятия своего, он может создать команду, у него будет то, чего, может быть, на каком-то предприятии невозможно добиться, где есть, допустим, начальники, управленцы отделов, которые твердо сидят на своем месте, и все, и вы можете только быть в подчинении этого человека и выполнять какие-то распоряжения. А здесь вы можете сами создавать команду, подбирать людей, создавать какие-то правила внутренние в своей команде, придумывать какие-то фишки, запускать их, реализовывать. Понимаете, вы пришли, деятельный человек, сам может создать себе свою, в хорошем смысле слова, пирамиду, свою хорошую классную команду. Вот. Поэтому как бы слово пирамида тоже нельзя бояться. Если к нам приходит человек и говорит, у меня был плохой опыт с сетевым маркетингом, поэтому я больше ни в какие такие игры не играю. Первое, мы говорим о том, что такое спонсорство, как мы помогаем вообще друг другу, для чего нужен спонсор. То есть мы говорим, что, скорее всего, вас не поддержали, вот, потому что все-таки это люди, это движущая сила вот в такого рода деятельности, да. Вот у нас хорошая система дупликации. Я вам все покажу, я вам расскажу, как действовать. Да? Вот то, что мы уже проговаривали неоднократно. Я вам помогу выстроить команду. Я вас научу, как делать презентации. То есть я вас поддержу, отвечу на все ваши вопросы. И опять-таки тот же плохой опыт может быть в тех компаниях, где нужно было делать ежемесячную активность. Я знаю, не буду называть компании, где каждый месяц нужно было приходить и покупать у них товар. Даже если он тебе не нужен, ты должен был либо взять и продать товар на определенную сумму. И очень многие люди для того, чтобы сохранить какую-то квалификацию, для того, чтобы получать какие-то деньги от структуры, от оборота структуры, они вынуждены были покупать, допустим, ту же косметику, накапливать у себя вот эти вот горы, залежи, они продать не могут, но чтобы не потерять квалификацию, они ежемесячно вкладывают и вкладывают, потом там заканчивается срок, они начинают дарить ее на Новый год, на 8 марта всем подряд. То есть у нас, вокруг нас очень много таких примеров. Я даже я говорю, вам не надо называть компании, где не существуют такие правила. Я думаю, у каждого из нас хоть одна компания, но сразу придет на ум. Да, чтобы сохранить квалификацию, нужно, мы подчеркиваем, у нас этого нет. Поэтому тот опыт, который у вас был плохой, это здорово. Вы знаете, что такое сетевой маркетинг, вы знаете, что такое спонсорство, что такое наставничество, как происходит поддержка, вы знаете, как делать структуру. То есть у вас уже есть какой-то опыт, давайте мы вместе сейчас его перенесем сюда. То есть мы принимаем, еще раз подчеркиваю, любое возражение. Да, верю, так было. Но сейчас я вам предлагаю совсем другое. И различие, опять-таки, различие между другими сетевыми, как раз оно и может быть самым главным и ключевым, что у нас нет ежемесячной активности, но есть возможность всегда зарабатывать деньги.
Вот. Ну, когда говорят, не заработать, все рухнет, я уже, забегая наперед, об этом сказала, что да, почему, объясните причину, почему вы думаете, что это не заработает, почему это рухнет, почему это не построится, да. То есть сегодня мы уже видим, что оно уже и построилось, и работает, и сертифицируется, и мы людей это самое возим. Поэтому как проект, он все-таки будет реализован, это понятно, да. Вот. И мы рассказываем о том, что да, у меня, может быть, тоже были сомнения, но на сегодняшний день я знаю компанию, я знаю, с чего мы начинали, я знаю, через что мы прошли, поэтому 100% уверена, что это уже даже не заработает, а что это уже работает, и мы это видим наглядно, что это все работает. Вот. И если вы позволите мне все-таки дать вам нужную информацию, у вас ее будет больше, вы измените свое мнение. Вот. Да, для вас это шанс инвестировать и затем заработать. И если я не поделюсь с вами возможностью такой, вот, то я расстроюсь. Или я не успокоюсь, пока я не поделюсь с вами такой вот возможностью, не расскажу вам о том, как можно вообще заработать и как можно изменить вообще свою жизнь. Ну, еще один вопрос: мой муж или моя жена не согласится, да? Ну, мы говорим, это совершенно нормально, потому что человек не может согласиться, когда у него нет никакой информации. Вот вы бы согласились с чем-либо, если бы у вас не было никакой информации? Ну, конечно же, нет. Поэтому понятно, что ваша вторая половинка не согласится до тех пор, пока не получит всю информацию. Поэтому самое лучшее будет, давайте мы ее пригласим, и не вы, потому что вы еще очень мало знаете о компании, а я расскажу вашему мужу или вашей жене все о проекте. И вот тогда, когда у него сформируется свое мнение, когда вы получите 100% информацию, вы вместе примете решение. Вы согласны? Ну, конечно, согласны. Как мы уже тоже опять-таки подчеркивали, что если человек новичок, но он не может сделать полноценную презентацию. Это разве что новичок, который так загорелся, и у него такой хороший круг, который ему верит, который готов с ним идти, которые там, не знаю, игроки все сплошь, там действительно так можно. Но у меня вот первый мой человек в структуру пришел именно так. Я на эмоциях за 20 минут приняла решение, она на эмоциях еще за 20 минут приняла решение. Вот, да, поэтому, ну, такое бывает. И это не чудо, это нормально. Это нормально, да? Вот. Иногда говорят, ой, я для этого не гожусь. Тогда мы рассказываем, что у нас есть опыт, я тоже не знала, вот как я, например, я никогда не работала в сетевом бизнесе. У нас есть обучение, то есть я смогла научиться, и вы сможете научиться, если вы этому пожелаете. То есть у нас есть различные тренинги, у нас есть курсы. И то есть мы рассказываем, как мы можем научиться приобрести этот, вернее, ну как человек может научиться, если, конечно, он сам того захочет. Да? То есть мы научим, либо мы пригласим на какие-то тренинги, либо мы дадим какие-то вот прослушать вебинары. Вот. То есть мы немножечко все-таки рассказываем о сетевом маркетинге тем людям, которые этим никогда не занимались, потому что нас вознаграждают не только за нашу собственную работу, но и за работу наших структур. И мы не скрываем это, мы рассказываем, потому что тот, кто хочет заработать, он использует любую возможность заработать. Вот. Поэтому мы рассказываем, что хороший спонсор всегда передает опыт своей команде, на практике обучает, как вести этот бизнес, решает ваши проблемы, помогает вам решить эти проблемы и выстраивать сетевые структуры. Вот. И на самом деле нет большей солидарности, чем вот в нашей компании, когда вышестоящие менеджеры готовы делиться, обучать и помогать. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы работала не только первая линия, наши лично приглашенные люди, но и структура в глубину. Потому что это и есть особенность сетевого маркетинга. Вот. Ну, когда говорят, ой, ну мне нужна определенность, ну мы говорим, ну в чем? В чем нужна определенность? И где она вообще есть, эта определенность? В наше время всем хочется, но ее нет нигде. Но мне очень понравилось такое предложение, и оно работает, и я его тоже, я его услышала, это не мое, но я его использовала. Я предложила человеку такой вариант. Я готова пойти с вами к юристу,
и подписать договор, где будет указано, что если этот бизнес не будет для вас успешным, то я верну вам ваше вложение. Но если бизнес станет успешным, то есть проект выстрелит, все построится, все заработает, то вы отдадите мне в сумму вдвое больше, чем вы сами вложили. То есть вот давай так, ты кладешь 1000, как я сказала, давай, ты кладешь 1000, мы договариваемся и прям можем письменное соглашение написать. Ты сейчас берешь пакет, инвестируешь 1000, и если прям все рухнуло, я тебе эту 1000 верну. Но если у тебя все пойдет, и ты заработаешь, и у тебя пойдут дивиденды, я подожду 3-4 года, то ты мне отдашь 2000. И мне спросили, ты что, настолько уверена в этом проекте? Я сказала, да, я настолько уверена в этом проекте. Я готова с тобой подписать такое соглашение. Все, человек пришел в команду, сказал, нет, хорошо, спасибо, я тебе верю. Я тебе верю, я буду инвестировать. Вот. Иногда люди говорят, мне нужно время подумать. Ну, тогда мы говорим, о чем вы будете думать? Что на данный момент еще осталось непонятным? То есть это вот как раз то, что мы задаем наводящие вопросы, чтобы понять, какой информации не хватило. Почему человек хочет подумать? Выясните, почему он хочет подумать. Вам нужно подумать о сумме, которую вы будете вкладывать, или, может быть, о способе, то есть рассрочка или единоразово. То есть мы уже направляем человека в нужную сторону, как ему нужно думать. То есть я хотела бы прояснить любую оставшуюся неопределенность. Я готова дать любую информацию. Да? То есть мы выясняем, что не хватило в обязательном порядке. Объясняем, как мы регистрируемся. То есть мы даем еще раз, открываем уже кабинет, если мы до, вот сейчас мы пока работаем с возражением, это, я так понимаю, вот у нас еще презентация, мы только делаем предложение, тогда мы идем дальше. Давайте я вам еще что-то покажу, давайте я вам еще что-то расскажу, да? Вот. И могу помочь определиться с выбором. Какие-то пакеты, может быть, мы откроем и покажем сразу же, что можно с небольшой инвестиции начать, да? Очень хорошо использовать технику Бенджамина Франклина. Как она выглядит? Берем листок бумаги. После того, как мы рассказали о всех преимуществах, человек рассказал о своих опасениях, о всех минусах, которые, может быть, он даже в интернете там почитал. Да? Мы берем бумагу, делим на две колоночки и пишем сами в первую колонку, пишем все плюсы, все преимущества, какие мы рассказали, какие мы знаем. И пускай этот человек, сам наш клиент, во второй колонке запишет все недостатки, которые, на его взгляд, еще есть. Во-первых, вы будете сразу видеть, какой информации ему не хватило, почему он считает тот или иной недостаток у него еще как бы сидит в голове как минус. Вы сразу будете видеть. А во-вторых, поверьте, после презентации, после того, как вы ему расскажете, уже дадите информацию, но преимуществ всегда в колонке будет больше, чем недостатков. И это, когда наглядно он увидит, вот наглядно, тогда это тоже помогает принять решение. Это на самом деле очень помогает принять решение, когда человек видит, что плюсов гораздо больше, чем минусов. Да? А некоторые минусы только из-за того, что у него недостаточно информации. Вот. Поэтому эта техника работает, пробуйте, используйте ее. Это своего рода, как, можно ли назвать это интерактивом таким, да, но это уже какая-то игра, это уже какое-то вовлечение. Человек, чтобы написать минусы, должен еще раз вспомнить, что вы ему сказали, что он считал минусом, но сейчас, да, его переубедили или не убедили. То есть он еще раз эту всю информацию у себя в голове прокручивает, да, и, возможно, когда он начнет писать эти минусы, он такой: ой, нет, мне писать-то нечего. Оказалось, что до разговора с вами у меня было много минусов, а сейчас я уже понял, что их гораздо меньше, что эти минусы все перешли как бы в плюсы. Вот. Еще иногда говорят, люди мне не поверят. А, я не знаю, мне люди не поверят. Вот. Как вы можете знать, что вам не поверят? Или, может быть, вы не верите сами себе. То есть здесь реально, если человек боится, что ему не поверят, значит, у него есть какие-то сомнения, у него есть проблема с тем, что, может быть, у него нет уверенности в себе. Не только уверенности в проекте, да, но еще в себе. То есть он не умеет достаточно убедительно рассказать даже ту информацию, которую он на 100% знает. И тогда вот мы помогаем ему
не только даем дополнительную информацию, да, а просим его о чем-то рассказать. Я думаю, что совсем можно на другую тему. Дать человеку поговорить, выразить свои мысли, задать дополнительные какие-то вопросы, посмотреть, как он это рассказывает. И когда вы проявите заинтересованность к тому, что он рассказывает, он начнет более смело вам рассказывать, делиться своей какой-то информацией. Понимаете, особенно если действительно вам интересно, вы восхититесь чем-то. То есть дать ему возможность раскрыться, поговорить, как сказать, осмелеть. Вспомните, как в школе стеснительным ученикам помогали учителя, хорошие учителя, которые их не давили, не подавляли, да, а наоборот, ну молодец, ну здорово, ну вот ты же видишь, ты же знаешь. Так и здесь мы можем в разговоре помочь человеку обрести уверенность в себе. Вот, потому что если ты не будешь достаточно верить себе, то, ну, понятное дело, что тебе никто не поверит, если ты будешь сомневаться, да, и рассказывать. То есть есть еще несколько фраз, которые мне очень понравились, и мне прям просто хочется их проговорить, потому что они тоже классно срабатывают. Например, что бы человек ни говорил, мы ему можем сказать: знаешь, транспорт поедет и без вас. Но мир после этого разделится на две группы людей. На тех, которые платят за проезд и пользуются услугами этого транспорта, и тех, которые получают от этого прибыль. И реально, нас сейчас так много, больше 200 стран и регионов, в которых есть инвесторы, которые будут получать прибыль от того, что кто-то будет ездить на этом транспорте. Мы действительно разделимся на две группы. И вот мы говорим своему оппоненту: вы в какой группе хотели бы быть? Или тебе важно понять, в какой группе ты останешься? Останешься? И он может сразу: останешься, только ездить и не получать прибыль. То есть очень такие вопросы интересные, они настолько подстегивают. И вот мы обязательно можем сказать: давай, вот я сейчас тебе все рассказал, у тебя, конечно, есть масса негатива, масса возражений, но потом не говори, что ты об этом не знал. Да? То есть мне нравятся эти фразы, я их использовала тоже с улыбкой, но это работает, это очень человек сразу так: стоп, а действительно, я в какой группе хочу быть, которая будет прибыль получать, или которая будет просто платить за это, да, вот. Есть несколько таких направлений фраз, да, то есть мы подтверждаем, что сделка выгодная. Вот как можно, ну, как можно направить человека на мысль, что та сделка выгодная, да, вот. Во-первых, я считаю, что это одно из самых лучших предложений на рынке. И пусть он вам расскажет, что есть еще лучшее предложение. Ну, действительно, но вот я тоже, вот лично я, Любовь Федорова, я считаю, что это одно из лучших предложений на рынке. Потому что я полжизни мечтала, как только поняла, что такое акции, что такое инвестирование, что такое дивиденды, как люди, получая дивиденды, живут спокойно и путешествуют по всему миру, я мечтала стать акционером какого-то предприятия. И вдруг я понимаю, что когда я начинаю узнавать, что предприятия, которые работают с прибылью, которые уже выплачивают дивиденды, они принимают акционеров только если ты заходишь с огромной суммой, 20 тысяч, 10 тысяч, и то не всегда на рынке есть их акции. То есть ты не всегда даже можешь приобрести акции какой-то компании, которой ты хотел бы стать. Да? И тут вдруг я понимаю, узнаю, что, оказывается, есть венчурные проекты, когда можно вот на стадии развития зайти и в дальнейшем с такой хорошей перспективой стать акционером. Понятное дело, что я сразу двумя руками сказала: да, я буду, и я до сих пор могу, я подтверждаю, что это одно из лучших предложений на рынке на сегодняшний день. Да, я рискнула, я сделала это, я говорю это с уверенностью, и все, и... Но никто не усомнится, что это выгодная сделка, потому что я в этом не сомневаюсь. Когда мы уже вот понимаем, что мы все, нам нужно как-то направить человека на завершение сделки, есть еще одни фразы, которые, как последняя капля,
подстегиваю человека принять положительное решение. Да? Мы говорим, с тобой или без тебя проект реализуется. Но вот мне лично бы хотелось быть с тобой в одной команде. Я бы хотела, чтобы ты был со мной в одной команде. Я бы хотела, чтобы мы вместе путешествовали, чтобы мы вместе поехали в ту же Марьину горку на фестиваль, как мы делаем это каждый год. То есть я хочу, чтобы ты был с нами. Да? Ты мне нравишься как человек, и я хочу. Да? Вот. Какой суммой ты можешь рискнуть, когда мы уже конкретно говорим, что можно больше, можно меньше, да? Вот. Ну или мы говорим, пока другие спят, надо действовать. Пока кто-то не проснулся, у нас еще есть возможность, потому что, извините, мы уже на 14 этапе, мы его завершаем из 15. И хочу вам напомнить, что на недавней планерке Ирина Волкова сказала, ребята, ждем 3 недели. И будет информация о смене этапа. А 3 недели практически уже заканчиваются, потому что планерка была 6 апреля. Вот, так что вполне возможно. Я это говорю как предположение, что в начале мая мы получим какую-то информацию или включится счетчик, который будет отсчитывать нам смену этапа. Вот. И в заключение хочу сказать, что мы поговорили о возражениях, но любое возражение погасить вы сможете лишь тогда, когда у вас у самих не останется ни капли сомнения в успехе нашего проекта. Только если вы на 100% верите в проект, вы сможете реально погасить любое возражение. Вы сможете на любую тему говорить, потому что ваша уверенность придаст вам и силы, и вы найдете нужные слова, и вы найдете нужные аргументы, и вы найдете дополнительную информацию, потому что вы сами ни капельки не сомневаетесь в том, что у нас получится. Так, что я хочу? Я хочу посмотреть, что у нас сейчас на YouTube. Откуда из пенсии? Ну, я говорю примеры про 1000. Ну, во-первых, вы же можете инвестировать не 1000. Я как раз-таки говорю о том, что у нас есть и маленькие инвестиции по $25 в месяц. Это же тоже сделано для того, чтобы даже пенсионер, вот как вы пишете, из пенсии, да, Лидия Соломко пишет, из пенсии научная в $100. Ну, здесь $25 в месяц можно выделить, если вы действительно захотите это делать. Но никто не заставляет вас 1000 класть, да, вообще никто не заставляет инвестировать. Мы же говорим о тех людях, которые желают принять участие в проекте. Мы говорим о тех, кто желает инвестировать. Здесь же нет никакого принуждения. И потом, извините, если у вас пенсия такая, но мы о чем говорили? О том, что вы можете, не инвестируя, пригласить людей в проект и заработать эти бонусные доллары, которые потом вам помогут сделать свою инвестицию. Мы же говорим, чем отличается наш проект от других. У нас нет ежемесячной активности, и мы можем для своей инвестиции и в 1000, и в 2, и в 5 заработать эти деньги уже сегодня и сейчас. У нас, да, в каждой структуре, мне кажется, есть такие люди, когда приходит пенсионер активный, и он собирает команду. У него изначально нет ни копейки, но он собирает команду, которая приносит доход компании и ему самому. Не обязательно же, получив пенсию и, извините, отрывать от нее сразу. Вот это и есть наши возможности, это и есть наши большие плюсы и наши отличия от других компаний. Вот. Все, на сегодня будет у нас все. Я вас благодарю за внимание.
мы прошли 8 тем по дубликации. С 6 апреля, со следующего, с 6 мая, со следующего четверга мы запускаем цикл сначала. У нас будет опять первая тема, будут цели, поэтому кто хочет, присоединяйтесь. Хотите, если нравится что-то, или вы понимаете, что у вас есть... Эти самые. У вас есть новички, которые хотели бы тоже включиться, подсоединяйте их к вебинарам. Мы начинаем сначала все 8 тем с 6 мая. Все, до скорых встреч на следующих вебинарах. До свидания. Желаю вам хорошего вечера и спасибо, что были со мной.